В Астане начался третий раунд международных переговоров по Сирии. Среди обсуждаемых вопросов, в частности, ситуация с пленными и разминирование гуманитарных объектов. Между тем, буквально на днях представители сирийской оппозиции отказались от дальнейших переговоров и выдвинули ряд условий. Ну а в Астане сегодня предварительные консультации, двусторонние и трехсторонние. Уже проходит встреча делегации России с представителями ООН. На завтра намечено пленарное заседание участников встречи. Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента Александр Лаврентьев. От Соединенных Штатов в переговорах участвует посол США в Казахстане Джош Кролл и еще один представитель Вашингтона. Иран и Турция представлены на уровне замминистров. Переговоры по Сирии в Астане проходят в несколько этапов. Два из них уже позади. Инициатором их проведения стал Владимир Путин. И он предложил создать в Казахстане дополнительную площадку переговоров, помимо Женевы. Таким образом, вопросы мирного урегулирования конфликта уже обсуждались в конце января и середине февраля.